Друзья, вы не поверите. Посмотрите, что происходит. Я исцарапала все ноги. Просто это еще более-менее. А с другой стороны, это какой-то кошмар. Это уже я даже не стала вытирать, потому что бесполезно. Вы видите, что происходит? Это вот эта вот мерзкая ежевика. Мне исцарапала ноги. Вы знаете, я опять в лесу, друзья. Вы не поверите. Я обожаю этот лес. И я все равно, несмотря ни на что, вот хожу и его постоянно проверяю. И видите, как я ноги изодрала. Шла по тропинке. Вот здесь, видите, я вышла на более-менее чистую тропинку, вам покажу. А там я шла по тропинке. Вот я не хочу сказать, что я ненавижу эту ежевику мерзкую. Но прям вот, наверное, по-другому уже не скажешь. Вот то, что у нее колючки вовнутрь, представляете? Ну вот что она из себя представляет, эта вот ежевика несчастная? Она же абсолютно невкусная. Вот я ее, она сейчас уже начала спеть. Я не стала вам показывать, потому что я же вроде за грибами хожу, вы же понимаете, проверяю свой лес. Ну вот, немножко я ее поела, она мне набилась костями во все зубы, во все промежутки между зубами. Это сейчас вот я иду, и мне надо просто дискомфорт, мне надо какую-то зубочистку, ее нет. То есть вот я съела немножко этой несчастной ежевики. Я никуда, в общем-то, как сказать, не заходила в ее кусты. Я просто шла вот по тропиночке. И вот она, вот эта мерзкая ежевика, она кидает свои ветки вот через тропинку. И приходится, если ты видишь, конечно, сверху, то можно ее немножко убрать. Или если она там видна, я на нее наступаю обычно, на эту лозу ежевичную. Ну вот ноги подрала, вы видите как. И мало того, что сейчас они все кровят у меня, да, конечно, потом будут щипать и долго-долго заживать. Тоска. Я ненавижу эту ежевику мерзкую, боже. Ну вообще-то разговор у нас не об этом, друзья. А я сегодня пришла опять. Представляете, после работы меня понес, не знаю кто, опять вот в лес. Я поехала и думаю, а заеду-ка я в лес, потому что 3 дня подряд у нас шел нескончаемой стеной дождь, просто ливень. Вот, и после такой суши, и при том, что почти уже середина августа, и в прошлом году, как я вам рассказывала, в этом же самом лесу, когда я приехала 17 августа, здесь стояли перестоявшиеся белые грибы, в общем-то, ростом мне по пояс, наверное. Ну вот. И они были перед 17 августа. Вот. И я теперь вот сейчас у нас, ну, в общем-то, 11 сегодня. Вот. А нет, 10. Подождите, какое? Короче, суббота. Какого-то августа. 10 или 11, не знаю. Я еду с работы и решила, посмотрю-ка я. При том, что, понимаете, вот сейчас как-то вроде даже и темно здесь, а времени-то у нас как раз middle of the day, то есть час дня. А вот нахварилась, и дождик все моросил и моросил. И я подумала, боже, поеду-ка я в свой лес. Там, наверное, грибов немерено. Но вот не то, чтобы даже грибов я не нашла. Я исцарапала до крови себе ноги. Это мерзкая ежевика, ё-моё. А вообще, посмотрите, какой... Какой живописный лес. Вот эти вот наклоненные деревья. Я все равно не знаю, кто их тут наклонял. Вот они вот так. Я все-таки склоняюсь думать, что это ведьмы. Так, ну вот, подошли к ручью. Грязь. Тут как-то надо перебраться нам срочно. Нам это значит мне. Сейчас перейду и дальше вам расскажу кое-что. Ну вот, перешла благополучно этот ручеек. Вы знаете, хочу вам рассказать одну интересную историю. У меня спрашивают мои подписчики, что я такая несчастная, что я все хожу одна, одинокая, такая гармонь, все хожу, вот так вот мне тут скучно, и мне тут одиноко, и вообще кошмар и ужас. Сейчас я вам поясню эту ситуацию, друзья. Уж коль скоро я пошла гулять с вами, а показывать-то тут и нечего. Значит, вот, расскажу вам кое-что. Значит,
По поводу того, что я такая несчастная, одинокая, брожу и вам видео снимаю, и, в общем, тоска кручина. Ничего себе подобного, друзья. Ну, вы понимаете, какая история? Вот у меня очень много друзей. На самом деле много. Здесь, конечно, нет никакой диаспоры русскоговорящей или какой-то еще, но здесь довольно-таки много русскоговорящих. Вот. В основном женщины, ну не в основном, а 100% женщины, потому что, как вы знаете, женщины попадают за границу за гораздо легче, чем мужчины, по поводу того, что они просто выходят замуж за англичан. А наши женщины, как я уже рассказывала вам много раз, они очень популярны, их очень любят, они красавицы, они умницы, они все умеют, они сентиментальные, они романтичные, вы знаете, вот даже это все очень ценится. Ну, не знаю, может, я по себе сужу, конечно, и по тем моим друзьям, подругам, которых я знаю, но мне кажется, что это правда, что отзывчивые, добрые, романтичные, абсолютно непритязательные, у всех золотые руки. Ну, то есть вот женщин наших из бывшего СССР, друзья, отовсюду, могу сказать. Я все говорю русских, русских, но для меня вот почему-то русскоязычные все, русскоговорящие, все для меня русские. Ну, так вот, русские женщины, как я сказала, пользуются популярностью здесь. Они еще и красавицы, они еще и фигуристые. Я помню Михаила Задорнова, я его обожала смотреть и слушать. Царство Небесное. Вот он говорил, что вот, ну что, вот я, говорит, смотрю, тоже бывал во многих местах по всему миру, и говорит, вот, ну я смотрю на наших женщин, на наших русских, русскоговорящих. И вот она идет, но она такая секси, но от нее просто такая энергетика положительная, что мужчины, ну вот шеи все сворачивают. И говорит, идет вот эта вот какая-нибудь, я не знаю, англичанка, какая-нибудь германка, как они там называются, фрау. Вот, можно на попе лед морозить, ну просто на самом деле ничего, желания нет никакого обернуться. И вот что значит, почему наши женщины пользуются популярностью. Отвлеклась далеко, но вот рассказываю тем не менее. Поэтому здесь у нас в основном женщины на острове, их много. Мы встречаемся частенько на барбекю, везде обсуждаем все вопросы. Вы знаете, мысль у меня бежит так далеко и вперед, что я начала вам говорить совсем о другом, о том, что у меня есть здесь друзья. Вот видите, куда меня повернуло мое размышление о женщинах. Ну, в общем, возвращаюсь к тому, с чего я начала, что у меня здесь очень много знакомых, друзей. Потом еще остались у меня друзья, с которыми англичане в правосклубе. Мы там 5 лет состояли, членство. Вот, когда муж мой был жив. Ну, то есть, вот они тоже. Ну, и потом я новых каких-то друзей англичан здесь повстречала. И тоже мы общаемся довольно со многими. Так вот, это не значит, что я тут такая одинокая, несчастная. Я даже, вы знаете, думаю, что если бы я вернулась в Россию спустя вот столько лет уже, почти 10 лет, не работая сейчас, у меня там ничего, возвращаюсь я туда, и что? Там потеряны все связи. Там, ну, может быть, первые несколько дней все будут рады и счастливы приехать, посмотреть, как я, что я, какое-то, значит, вот застолье. А потом все, останешься один, у каждого своя жизнь. И при том, что вот у нас как-то, я не знаю, может быть, опять я не права, но у нас люди не очень общительные. Вот они там дома что-то копаются. То есть я хочу сказать, что говорить о том, что я здесь одинока, абсолютно не то.
И даже я больше вам скажу, я вот несколько видео своих ездила с друзьями. Сначала со своей подругой я ездила. Можете посмотреть, если кому-то интересно. Это был ботанический сад в Энтнере. Называется Аватар. Я скину вам его опять внизу. Можете посмотреть. Вот она у меня. Я делала видео, она у меня вот такая вот ходила рядом. И, в общем, когда я делаю видео, вы сами понимаете, я останавливаю съемку, гуляю, гуляю, потом вижу какие-то еще более интересные, опять включаю. То есть даже если у меня видео 20 минут, то, естественно, я затрачу на него час. А я-то все иду, друзья. Я же не просто так. Я же за грибами тут пришла. Я же все тут смотрю. Проверяю. Дождь стеной 3 дня. Грибов никаких. Абсолютно никаких. Вот видите, год на год не приходится. Идем дальше. Ну вот хоть бы вам какую-нибудь поганку, друзья, или сыроежку, господи, что-нибудь бы. Показать бы. Вот разветвляется опять. Нет, нету ничего. Ничего не вижу. Вот такой вот лес. Ну так и вот. И понимаете, вот я, когда вам снимаю видео, вы же, наверное, можете понять, что я-то просто наслаждаюсь тем, что я снимаю, рассказываю, разговариваю с вами. Мне очень нравится. А друзья мои, получается, что-то как-то мне и не говорили, что они недовольны. И я сама себе, не знаю, по простоте душевной, даже что-то и не подозревала, что им не нравится, когда я делаю съемку. И вот получилось так, друзья, что я поссорилась, даже не то чтобы поссорилась, а практически потеряла человека, который мне очень нравился. Вот, может быть, кто-то помнит нашу съемку в Каусе, тоже вам ее внизу скину. А это не только в Каусе, там еще и в церкви мы с ним были. Про Николая II там нам рассказывал мужчина, история. И он тоже мне там много показывал, мой друг. Это вот мой новый друг, с которым мы познакомились. Это впервые я, так сказать, почувствовала какое-то притяжение к мужчине после того, как я похоронила мужа 3 года назад. И я, вы знаете, очень он мне понравился. Да и у нас были такие отношения интересные очень даже. И я ему рассказала, что вот у меня хобби, я езжу, снимаю для своих друзей видео. Он мне нашел очень много интересных мест. И вот он меня привозил. Там была собачья выставка, а потом вот церквушку эту он мне нашел, в которой был рассказ о Николае II и его семье. И вот потом, когда мы при... Сначала он был не против, я снимала видео. А потом, когда мы с ним приехали в Каос, вот можете посмотреть, это там у меня съемочка была, наверное, 20 минут, а он все шел впереди. Останавливался, ждал, садился на лавку, опять останавливался, вот. А я все ему улыбалась радостно и считала, что все в порядке. Это вот еще раз, друзья, вот говорит о том, как у нас не совпадает культура, наверное, менталитет, вот английский и русский, как не совпадает и как трудно друг друга понимать. А может быть, даже это я вот допустила такую какую-то черствость, хотя не ожидала. То есть получилось так, что вот он работает, он очень занят на всю неделю, и в конце концов в субботу-воскресенье он очень хочет увидеться, да и я хотела увидеться. И вот он говорил, что я буду приезжать, мы с тобой посвятим целый день, будем гулять в субботу, в воскресенье, куда-то ходить, обедать, ужинать. Ну, в общем, день будем вместе. И я сказала, да-да, конечно. И вот когда он меня повез один раз, и я стала снимать видео, потом вот это вот в Каусе я стала снимать видео, потом там еще, когда мы пошли в бар, я увидела там фанаты Битлов и всех остальных. Я тоже стала снимать, побежала. Ну ладно. А когда я у него спрашивала, вот знаешь что, вот я, ой, мне так хочется снять для своих друзей. Он мне, знаете, что отвечал? Up to you.
Up to you, это значит, как ты хочешь. Ну, если человек говорит up to you, значит, я как бы вот, я хочу снимать, и я бегала и снимала. И потом, спустя какое-то время, через неделю, он не приехал, сказал, что он занят один раз. Потом, когда я спросила, а что такое, чем занят, он сказал, извини, но получилось так, что, наверное, мы друг друга не поняли. Я вот очень дорожу встречами с тобой. Я хочу тебя видеть, я хочу держать тебя за руку, я хочу гулять с тобой, смотреть в глаза. А ты не первый раз и не второй раз, а даже много раз. Просто я тебя привожу, а ты не гуляешь со мной, а ты снимаешь видео. Представляете? Это, в общем, я была в шоке. И он сказал, что, наверное, на самом деле мы не понимаем друг друга, и тебе со мной не интересно, ты меня просто используешь. И, в общем-то, практически, наверное, я его потеряла, друзья. Это ужасно для меня, потому что он мне очень нравился. И когда я стала разбираться в этой ситуации, ну вот я пересекла весь этот лес, друзья. Видите, вышла на дорогу опять. Ничего, никаких грибов. Сейчас попробую на ту сторону перейти. Посмотреть. Может быть, что-то там. Ну и, в общем, друзья, получилось то, что получилось. Вот смотрите, тут какой busy road у нас. Получилось то, что получилось. Человек обиделся. И я вообще не поняла, почему. Как говорится, не могу, не, как там, не возьму никак я в толк, от чего взбесился волк. Знаете, и смех, и грех. Ой, вы знаете, на той стороне что-то я пошла, тоже ничего, практически то же самое. Не стала даже далеко забредать. Ножка болит, ободранная. Вот, ну и закончу вам, друзья, притомила вас рассказом, тем, что получилось, мы друг друга не поняли. Ну, какие мотоциклисты тут. Ну и вот, когда у меня спросила моя подруга, а что случилось, что-то я не вижу, чтоб ты опять встречалась с Мартином. Это мужчина, который мне очень нравится. Она спросила, я говорю, ты представляешь, он обиделся, что вот я видео снимаю и не уделяя ему внимания. И вы знаете, что она мне сказала? Слушай, ты знаешь, а я ведь тоже тебе хотела сказать, что это очень неприятно. Я, говорит, тоже ходила, мне было неприятно, что ты вся увлечена, ты разговариваешь, ты снимаешь видео, а я иду. В общем, абсолютно непонятно зачем. Но я не ожидала, друзья, я была потрясена. И вот видите, как получается. Проявила черствость. Теряла человека. Слушайте, ноги ободранные, щиплят, болят. И я вышла на дорогу, иду вдоль. Так меня машины просто здесь. Представляете? Это у нас вообще-то дорога. Никакая не main road. Абсолютно обычная лесная дорога. Что происходит? Посмотрите. Машины просто сплошь. Машины. Просто сплошь. Боже, боже, посмотрите. Боже, я поверить не могу. Я на обочину отошла. Вы только посмотрите, друзья. Это ужас. Что происходит, я понять не могу. Откуда они взялись и почему их столько много? Эта дорога обычно никогда не бывает занята. А здесь вот сколько иду, столько вижу. Множество вот этих каких-то странных ягод, я не знаю. Я знаю, что это несъедобное, но что это такое, понятия не имею. Боже, пришла. Шла, друзья, вы знаете, 10 минут по дороге. Машины, все время приходится отходить. Это вот моя припаркованная, вот это вот лес. Ты знаете, когда по лесу идешь, то не замечаешь, что, в принципе, вот название леса. И не замечаю, что ушел далеко. Вот. А когда я там вышла на поляночку, на просеку и пошла обратно,
до своей машинки паркованной здесь. Вон она, моя красавица, посередке. Видите, люди здесь вообще-то частенько бывают. Вот. То я пошла практически 10 минут. Ничего себе. Ну и вот все-таки закончу я свой рассказ. То, что я вам говорила, вы знаете, вот когда мне сказала моя подруга, что она тоже была недовольна, что я снимала, я почувствовала себя, в общем-то, ужасно. Я считала, что я такая, знаете, всегда френдли, всегда понимающая. Оказалось, что я какую-то черствость проявила. И если мне человек... Я почему-то поняла так, что если человек говорит, что делай так, как ты хочешь, то я и делала так, как я хочу. А оказалось, что вот видите, нет. Вот менталитет у них другой. Недаром я говорю, что вот он хоть и сказал up to you, а все-таки надеялся, что я скажу, да нет, я не хочу снимать видео, я хочу быть с тобой. А я вот хотела и то, и то. Так что жаль-жаль, ну вот так. Эй, вот, друзья, кто дождался, последнее, что хочу показать, это знаете что? Это мята. Это мята, пахнет. Ой, как пахнет, друзья. Не передать вам. Ее здесь очень много. Я, знаете, ее как использую. Но ее в чай, конечно, добавляют. Она успокаивает. Вон, видите, сколько ее тут много. Вот, но я ее сейчас уже в августе месяце. И я, знаете, что я ее рву. Я ее добавляю, кладу в свои в наволочки на подушечках. И она пахнет обалденно. Потом она высыхает, я выбрасываю. Иногда в машину оставляю. Ну вот, занимаюсь ерундой. Ну и все, друзья, что я хотела вам рассказать. Грибов нету, к сожалению. Ноги исцарапаны. Получила только. Нет, но все равно позитив. Все равно гулять прекрасно. Желаю вам, друзья, хорошего воскресенья, субботы, вечера тоже. Увидимся. Всего вам доброго. Пока-пока.